Кошачий коготь НСП. Он и Дегата. Тоже очень популярный продукт. Широкого спектра очень. Ну, в первую очередь, когда мы о нем с вами вспоминаем, это прекрасное противовирусное средство. То есть, конечно, у нас с вами уже, скажем так, рефлексы отработаны на тему того, что да, там заболели по ударках, да, то есть вот все. Но я несколько раз сталкивалась с тем, что я, человек звонит, консультируется, там ребенок заболел или там муж заболел, что делать? Я говорю, что есть дома, по ударке нет, и там мы скорее сейчас за ней прибежим. Я говорю, а что на полках-то кошачий коготь? То есть человек об этом не знает, что он даже может в какие-то моменты еще мощнее сработать, да. Поэтому любая вирусная проблема... Вот можно. У нас маленькая Слава напугала воспитательницу в детском саду, когда она спрашивала, а чем ты лечилась? Она говорит, кошачьим когтем. В общем, потом папа пришел, показывал каталог, да, что, чтобы не подумали, что родители, да, неадекватны. Вот. И датировочка по 2-3 раза отлично она работает, помогает. И особенно я именно кошачий коготь рекомендую тем и детям, и взрослым, кто склонен к проблемам с пазухами. То есть гайморит, синусит, фронтит, вот все. Я не на все могу адекватно реагировать, вспоминать. По одной в день, да. То есть вот дозировки все вот такие. Это вот когда человек болеет, да? То есть потом можно сойти там на 1-3 раза в день. Но если склонность есть к гаймориту, там, синуситу и фронтитам, то кошачий коготь принимаем до 3 недель. Ну, 3-4 недели вообще совершенно нормально. Там еще, видите, в составе есть эхиноцея пурпурная. Вот. А эхиноцея сама по себе очень хорошо вообще дренирует все пазухи. То есть все, все те, кто гнусавит или склонны потом к этим процессам, да, вот, пожалуйста. Ну вот это как раз ревматоидный артрит и так далее. Там, где нельзя стимуляторы, а иммуностимуляторы, вот как раз эхиноцея. Вот при этом нельзя, да. Детишкам можно с какого возраста? Детишкам совершенно спокойно даем, с 3 лет вообще без проблем. То есть капсулку в день можно давать легко.